цистус – цветок феникса. Цистус или ладаник – это растение высотой около 30-100 см. Он растет на легких щебенистых почвах и предпочитает солнечные места. Цветет ладаник белыми, розовыми, сиреневыми и темно-красными цветами. Хоть цветки цистуса и симпатичные, никакой ценности для здоровья они не представляют. А вот листья этого растения богаты полифенолами, которые активно используются в медицине для изготовления различных лекарственных средств, в основном противовоспалительных и жаропонижающих. Невозможно обойти внимание жертвенность ладаника. Эфирные масла, выделяемые листьями и стеблями, могут спровоцировать самовозгорание кустарника, если температура воздуха превысит плюс 32 градуса по Цельсию. В итоге от кустарника остается одна зола, которая удобряет почву, чтобы дать возможность вырасти на ней новым растениям. Казалось бы, как могут вырасти новые растения, если все сгорело? Но ладаник позаботился о своем потомстве, спрятав свои семена в твердую оболочку, которой огонь не страшен. Вот и прорастает на пепелище новые ростки жизни. Такая жертвенность могла бы восхищать, если бы на пожаре сгорали только кусты ладаника, но попутно горят ни в чем не повинные соседи. Вот такой он, этот скромный и незаметный на первый взгляд цветочек.